Могилевский оркестр народных инструментов имени Иванова на фестивале православной культуры и традиций «София 2017» выконывал не только сольные творы под его аккомпанемент у Кремлевским палаце, спевал народный артист России Владимир Моторный, славутый бас, выступал на лепших сценах света. У Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Германии могилевских артистов он особисто запросил выступить разом. Каждый наш фестиваль, их уже 10. Украшал этот оркестр. Вот это очарование оркестра, молодые лица, симпатичные девушки, красивые костюмы. И они играют, если бы светомузыка была, то без прожекторов бы сцена светилась, потому что их аура исторгает вот свет, внутренний свет души. И это особенно дорого. Большое спасибо руководству Могилева, которое отпускает своих выдающихся исполнителей. 6-тысячная зала сельской интеллигенции со всех кутков России. Развитие малых городов и вёсок немогчимо без поддержки и развития культуры. Сельская интеллигенция – это врачи, это учителя, это представители культуры. Каким образом их поддержать, чтобы сохранить национальные традиции, чтобы приумножать культуру села? Я думаю, что эта проблема актуальна и для нашей страны. Керовник оркестра народных инструментов имени Иванова Николай Алданов, как член Совета Республики Национального Сходу, подтримливает идею проведения подобных акций у Беларуси. Есть сгода с организатором фестиваля православной культуры и традиций «София 2017» Владимиром Моторным. Татьяна Сергейчик, Николай Соболев, новини региона.